Просто ставил. Садись. Сюда. Муха. На цих кричах і все. В ушах звенит, и вообще уже от страха голова кружится постоянно. Мои внучики. Дети нас уже, как говорится, заклинают нас. Уезжайте, чтобы остались живы. Мы хотим вас видеть живыми. Алис, думаю, если мы ее повезем, она на полдороги умрет, а мы будем каяться, что мы ее повезли. Думаю, может, она тут еще поживет. И вот так получилось. И мужчину сильно ранила, его уже доставили в больницу. Носилок нету у нас. Так вообще, одеялом, да? Ну, одеялом. Ударной волной практически вся сторона этого здания, та сторона здания, пятиэтажный корпус, вылетело все. Все новенькое, все было аккуратненько. Пока люди здесь есть, есть в нас нужда. То есть будем до последнего и мы. Авдіївка – город-призрак. С каждым днем новых разрушений тут становится все больше. Украинские защитники говорят, это обычная тактика российских военных, которые не могут взять город штурмом, но при этом стирают его с лица земли. С двух флангов они намагаються взяти в кліщі Авдіївку з півдня і півночі. Мають локальні успіхи, але при цьому втрачають величезну кількість техніки і особового складу. Ну, вони міняють своїх людей, громадян, на 3 метри української землі.